А ты все знаешь о рисках на работе и дома? Шеф с фамилией Мавроди загрустил от разных бед, потому как на заводе средств защиты нет как нет. Ну какой пойти дорогой успокоить, чтоб народ и свою унять тревогу? Появился вдруг Биот. «Пантелеич, не печалься!» — говорит ему Биот. «Одевайся, собирайся, дел у нас не в проворот. Выставка грядет большая, делегаций 30 стран. И тебя я приглашаю. Да ставь свой чемодан! Регистрируйся и в массы. В рамках выставки пройдут семинары, мастер-классы, экспонентов много тут. Их 350, регионы почти все». Все, что ты считал рутиной, там у них на высоте. 30 тысяч специалистов. Все, что надо, привнесут. Только надо как-то быстро. Ведь декабрь уж на носу. Форум 5-го. К началу мы успеем. Будешь рад. Конкурсов пройдет немало. Биатон-чемпионат. И СИЗОТ там умный будет. Конкурс НИР. Всего не счесть. В целом, славные все люди. В нашем деле ум и честь. Краснопресненская, этот экспоцентр я найду. Пообщаться – лучший метод, все увидеть самому. «Молодец!» – сказал Биотик. «Выставка крупнее нет. Все, что нужно по работе, там на все найдешь ответ. Частью миссии ты станешь, жизнь, здоровье как сберечь? Ты сам все понимаешь». Вот о том сейчас и речь. Всех, кто безопасность ставит во главу угла всегда, вас Биотик приглашает. Там, где вы, там буду я.